Новороссийск чтит память воинов, погибших в 43-м за освобождение города от фашистских захватчиков. В Цемесской бухте прошла акция «Бескозырка». В этом году ее участники впервые организовали реконструкцию боевых действий. 68 лет назад на Малую Землю высадился морской десант под командованием героя Советского Союза майора Цезаря Куникова. Это было особое подразделение. Офицер лично отбирал и обучал своих бойцов. В первый же день они захватили 9 пушек немецких, а уж сколько там автоматов, пулеметов, и это помогло, потому что 5 числа, когда пошла танковая атака, они именно немецкими пушками эти танки-то и разбили. Вот, понимаете, он тренировал их уничтожать доты, дзоты и так далее, понимаете, и все это, конечно, это были очень подготовленные и, конечно, безмерно отважные, смелые люди. Бои за Малую Землю продолжались 225 дней. В память о погибших воинах участники акции спустили на воду венки и бескозырки.